изгои. Помните, как мы сказали? Они убийцы. Давайте посмотрим поближе. И еще поближе. Стоп. В ядовитых кольцах актинии оказалась рыба-жемчужница. Эти угреподобные рыбы... Еще разок. Жемчужницы водятся... Как видите, жемчужницы не могут защитить себя. В открытом море странные инопланетные охотники не оставляют им ни шанса. Этой жемчужнице срочно нужно спрятаться. Для этого отлично подходит задняя часть беззащитного глубоководного обитателя. Мы не можем пройти мимо такой информации. Морские огурцы. Крупные беспозвоночные, которых можно назвать ходячей кишкой. И скоро вы узнаете, почему. Это простые морские организмы, которые ведут простую жизнь. Губкообразное трубчатое тело покрывает кожистый покров. Внутри расположен пищеварительный тракт с отверстиями на обоих концах. Трубчатые веерные ножки на верхнем конце вылавливают частички водорослей, крошечных животных и органические вещества со дна моря. А это значит, что... Кстати, это чистый песок. Дотошные ученые выяснили, что на одном рифе морские огурцы ежегодно оставляют песка весом в 5 эйфелевых башен. Это они так сказали. Но и это не все. Морской огурец прост. Но он – основа всего. Переваривая песок, кишечник морского огурца производит карбонат кальция, который потом выходит наружу. Это снижает кислотность воды и помогает кораллу выстраивать скелет из карбоната кальция. Морские огурцы необходимы для здоровья рифов. Отличные ребята! И когда жемчужница ищет в нем убежище, то он совсем не против. Маленькая рыбка всегда заходит без стука. Внутри безопасно, поскольку большинству хищников морской огурец неприятен. Когда он перемещается по дну, жемчужница получает доступ к новым местам кормежки, не покидая убежище. Еда, жилье и бесплатный проезд – вот это удача! Но мы никогда не узнаем, что от этих странных отношений получает сам морской огурец.